Так, ребята, всем привет. Здрасте. Ну что, сегодня мы посмотрим. Я, наверное, скорее всего, должен опередить Дальнобой 50 рус по моду, наверное. Ну, если снимет, то молодец. Короче, сегодня мы рассмотрим Хино. Хино Хекабын. У нас здесь это китайский мод. Вот, и, соответственно, мы сейчас его посмотрим в плане общего. Короче, у нас он сопоставляется либо так, либо так. Конечно, мы посмотрим однозначно вот так вот. Потому что мне очень интересно посмотреть его. В принципе, в целом, я тут понял, 6 на 4, либо 6 на 4, 2, либо 6 на 4. По двигателям здесь у нас 310, 330, 420 и до 500. Но 560 это, в принципе, если сравнивать, то... Я думаю, что с этим даже больше, чем Рено. Магнум, по-моему. Даже больше, чем Магнум. Дальше. По трансмиссии 12, 12, 6. 16, 12, 12, 6. В принципе, нормально. По интерьеру. Взят он, я так понял, что это Авека. Слушайте, ну интерьер классный. Сделано, конечно, добротно, мне нравятся текстуры в целом. И, блин, круто. Только что-то у нас двери нету. А, не, есть дверь. Есть дверь, я даже как-то не заметил. Ладно, вопросов ноль. Вопросов ноль, вообще вопросов ноль. По интерьеру здесь у нас либо так. Вот два скина есть, которые сразу. Ну, на самом деле, это прикольно. Это очень распространено в Китае, да, и в Японии. Вот это всякого, так сказать, нагружать. Поэтому это прикольно. По аксессуарам. Достаточно, в принципе, все уже здесь сопоставимо. Там тут уже за тебя, как говорится, все уже сделано. Вот то, что видите, все это можно, в принципе, ставить. И внутри руль у нас от Авека, я так понял. И, соответственно, мы здесь можем дополнительно ставить на лобовухе, на лобовом стекле выпило. Окей. В принципе, все здесь стандартно. Окей, ладно, принимаем, смотрим. Либо есть просто, которого можете покататься без всяких проблем, то есть, если вдруг вам этого не хочется, имеется в виду. Поэтому мы сейчас посмотрим его, как это будет вообще выглядеть. Ну, я скажу так, мне на самом деле нравится. На самом деле мне нравится покататься на таком красавце, почему бы и нет. Насчет конвоя, тут хрен поймешь, блин. На самом деле, можно ли будет его использовать на конвой, либо нет. Потому что сейчас моды, которые используются очень непонятно в плане конвоя. Я имею в виду то, что моды могут и... Некоторые будут нормально может работать в конвое, а некоторые будут просто вылетать. Поэтому там хер, хрен поймешь. Ух ты, классно. Слушаем звук. Так, а что по звуку? По звуку у нас классный звук, классно, не спорю. Ну-ка, мне что-то не нравится то, что очень сильно... Ну, хотя, когда утро, в принципе, оно нормально. Вот когда темно, будет очень не по... Очень темно будет, я говорю сразу. Так, свет у нас, анимация света. Я не вижу, чтобы она присутствовала. Ладно, поворотники есть. Есть, ладно. По дворникам. Есть дворники, хорошо, одно положение. Звуковой сигнал. Хорошо, стеклышко. Есть, хорошо. Хорошо, стеклышко есть. Извиняюсь. Есть стеклышко. Да, в принципе, все. Что хотели, то посмотрели. Слушать. Я что-то прям захотел с тобой покататься на таком красавце. Обязательно покатаемся в пираточке его. Возьмем. Возьмем его в пираточке 100%. Класс. Класс, просто класс. Реально класс. Взять бы его в пираточке и покататься на таком красавце. Потому что особенно на так... Кататься в этом надо. В Великобритании, ну в Англии, то есть. Вот там вот надо кататься.
Блин, ну прикольно, мне нравится, прикольно, мне нравится, на самом деле, классно, очень классно. Блин, слушайте, вообще просто бомба. Давайте мы возьмем прицеп шторник. Все, сейчас поедем за прицепом. Да ёпарасты, не при... Куда ты едешь, блин? Поехали так. Я знаю, я как наглость. Ну, ребят, ну это нормально. Слушайте, по моду класс. Мне очень, на самом деле, интересно в плане того, что скажет дальнобой 50 рус. Ой, кто проехал. Потому что, напоминаю, ребят, это и китайский модик. Это раз. И, соответственно, как всегда будет у него меню. Ну, ладно. Как он вчера прислал донат в плане того, что мы его хейтим. Очень интересно, на самом деле, как это вообще происходит. Хейтим его. Я наоборот ему даже рекламу делаю бесплатно. То, чтобы он знал. Чего? У нас даже звук есть. Охренеть. Класс. Класс просто. Так, аним... Да, есть у нас анимация. Прикольно. Класс. Класс, ребят. Очень классно. Что могу сказать? Да по-любому скачивайте данный мод. Это 100%. Даже... Тут даже вопросов ноль. Просто вопросов ноль. Это 100% мод надо скачивать такой. Класс мод. Модик просто класс. Я просто, конечно, в шоке от него. Я буду, наверное, сейчас кататься на нем. Наверное. Скорее всего, потому что модик классный. Модик классный. Короче, ребят, что могу сказать? Советую это 100%. Советую это 100% на этом данном моде покататься. С вами канал 24, всех люблю, целую, увидимся на видосах и стримах. Сегодня стрим 8, в 7 вечера. Америка, Truck Simulator 2. Америка, Truck Simulator 2. Покатаемся в конвой. Поэтому всех жду посетить стрим в 7 часов вечера. А сегодня обзоры, конечно, постараюсь какие-нибудь обзоры сегодня заснять. Почему бы нет? Потому что у меня есть сегодня мысля, кое-какой обзор снять на кое-что. Интересно?